Всем привет, друзья! Меня зовут Станислав Морозов. Я сегодня буду в очках, к сожалению, выгляжу я не очень хорошо. Да еще вроде, ну, несмотря на то, что солнышко у нас на улице практически нет, все равно что-то на улице мне глаза щипят. Во вторник, 8 числа, будет ровно 40 дней, как у меня мой друг, одноклассник, умер от коронавируса. И тут у меня вдруг поднимается вчера температура, до этого 2 дня у меня болит грудь, я кашляю, дышать. Ну, не то, что сложно, я бы не сказал, то, что сложно, больше... Ну, небольшая одышка, например, я занимаюсь, да, озвучкой и созданием роликов. При озвучке мне приходится делать пауз гораздо больше, чем я делал до этого. Вчера у меня поднялась температура небольшая, там 37,3, потом максимум была 37,7. И в конечном итоге, ну, я думаю, ладно, не буду вызывать скорую помощь, хрен бы с ним. Загуглил еще симптомы коронавируса, ну... Лучше вообще не гуглить болезни, потому что сколько я не гуглил в интернете какие-то симптомы каких-либо, да, недугов, то сразу хоть сразу себе гроб заказывай, в могилу ложись. Также и здесь получилось. Я думаю, ладно, если температура не пройдет, то завтра утром вызову себе скорую помощь. Ну, точнее, врача дежурного. Вот сегодня проснулся, время у нас без 10, даже без 5, уже 8 утра. Но вот, к сожалению, я хотел проснуться в 6, я сейчас в 6 встаю, но не смог встать, мне было так херово. В общем-то, сейчас буду вызывать врача. Стоит отметить, почему я грешу на корону, поскольку в понедельник, сегодня у нас получается суббота, ну да, суббота, в понедельник я контактировал с человеком, не буду называть его, да, имя и кто это такой, который до этого контактировал, ну, со 100% зараженным коронавирусом, который лежал на, уже потом, ну, все-таки вылечился, лежал на сам, ну, как не на самоизоляции, на карантине, все-таки вылечился. Вот, в общем-то, этому человеку вроде бы хоть бы хны, но у меня вот такая вот залупа получилась. Ну, еще, я думаю, что все-таки простуда, да, не корона. Может быть, ОРВИ какой-нибудь, максимум там бронхит из-за того, что легкие болят, да, при кашле. Поскольку я не переношу жару, тепло, как только стало жарко, у нас в городе я сразу же начал спать с открытым окном, да еще под вентилятором, у меня сопли постоянно. Вот. Ну и последние дни купался у нас в бассейне на улице, несмотря на то, что на улице достаточно прохладный и ветер. Короче, ладно, вот такое вот вступление, давайте звонить врачу. Да, проблема в том, что еще стоит отметить, что врачу у нас хрен дозвонишься, и поэтому нужно... Сейчас я попробую на протяжении 10-15 минут звонить, если ничего не выйдет, то позвоню крестной, она у меня работает в 5-й поликлинике, в больнице, она дойдет до поликлиники и вызовет напрямую мне врача. Вы позвонили в контактный центр городской поликлиники. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. 15. В данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Время 8. Короче, хрен там, друзья. В общем, звонил я ровно 10 минут. Одно и то же. Все операторы заняты. Оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Короче, так сдохнешь, пока звонишь. Легче, конечно, самому дойти в больницу. Но сейчас буду звонить своей крестной. Она работает в 5-й больнице. И она напрямую дойдет до поликлиники и вызовет мне врача. Короче, все, ребята, вызвали мне врача. Сказали, в течение дня придут. Но в течение дня это понятие растяжимое. И в связи с этой пандемией они могут прийти вообще, наверное, поздно ночью, поэтому не знаю. Забыл отметить, что крестная у меня болела сама, и она не чувствовала запахи и вкусы. Вот сейчас, когда записывал, уточняла, что действительно не у всех пропадают обоняние, да, и вот это вот вкусы. Я все прекрасно чувствую, вот пельмени объелся, все прекрасно это вкусно, да, понимаю. Ой, что здесь у нас оторвалось.
Короче, не знаю, в течение дня. Сейчас, если получается часов до 3 дня она не придет, то я этот ролик выложу так, как он есть. Потому что я в 3 выкладываю и будем продолжать мою вот эту вот серию роликов относительно коронавируса этого проклятого. Короче, я вернусь еще в любом случае в этом ролике и все расскажу. Друзья, ну вот так вот приехали, в общем, сразу взяли этот тест, все неплохо, сказали, скорее всего, будет готов во вторник, но я уж не стал там с ними фоткаться, сниматься, вот единственное, попросил врача меня снять на камеру, как меня брали тест, вот, а так что-то, ну, неловко мне, я не тот человек, который, да, будет навязываться, давай, я буду снимать, имею право, ёпта, и так далее. Ну, в общем, сказали то, что кислород у меня хороший в крови, то есть пульс хороший, несмотря на то, что я пробежался вот, ну, да, как это, до основного дома, где у меня паспорт лежит. В общем, пока что все нормально. Дали мне вот рецепт, которому, собственно, нужно будет пить в случае, если будет кашель, если будет температура, жар, и во вторник, если как только, если будет положительный тест, то сразу, говорит, незамедлительно опять их вызывать и будут, не знаю, мне. Что-то со мной будет делать, ребят. В общем, все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить исход вот этой всей коронавирусной истории с моей, и все. Всем пока.